Хвала Тебе, наш Господь Христос! Мы считаем Евангелие от Матфея, глава 22. Все убегают, когда узнают, что считать будем Слово Божие. Семя прелюбодейное и грешное. Ничего, кроме блуда, не знают. И что по природе знают, как бессловесные животные, тем растлевают себя. Найди их, Господи, обрати. Дьявол согнал в одно место всех грешников, жаждущих блуда, разврата. Открой им истину Твою, Господи, не дай им погибнуть. Аллилуйя! Не любит грешник обличающих его. Господи Боже наш, слава Тебе! Господи Боже наш, хвала Тебе! Благодарим Тебя, милостивый Создатель! Открой истину Твою многим, которые ничего о Тебе не знают. Просвети их разум, ибо дьявол согнал в одно место, в ущелье тьмы и мрака. Столько людей, раздел их, приготовил для блуда. Откроем истину Твою, Господи, собранным здесь, не знающим Тебя. В это ущелье тьмы и мрака, в этот Содом и Гоморру, уже раздетые, ждут только того, кто согласится совершить блудодеяние. Будь милостив к нам. И старые, и малые помешались на блуде. Господи, благодарим Тебя. Открой истину тем, которые собраны в это ущелье тьмы и мрака для блуда и злодеяния. Открой им, Господи, истину Твою. Да познают Тебя единого вечного Бога. Аллилуйя. Евангелие от Матфея. 22 глава, и слушать некому. Господи, прости нас и помилуй. Открой этим людям, собранным здесь, в ущелье тьмы и мрака, для блудодеяния и разврата. Открой им истину Твою, что жизнь человека не в блуде, а в служении Богу. Раздетые, показывают свои половые органы, творят открыто блуд. Содом и Гоморра устроили здесь. Не дай им погибнуть, Господи, этим жалким людям. Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Открой этим людям, которые собрались в это ущелье тьмы для разврата! Открой им, Господи, истину Твою! Господи, услыши молитву об этих бедных, несчастных людях, которых враг душ человеческих, сатана, загнал в это ущелье тьмы и мрака для разврата и безобразия! Открой им, Господи, сие! Они устроили здесь Содом и Гоморру, голые, показывают свои половые органы, творят онанизм и безобразие. Господи Боже наш, прости нас, Владыка. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Великий свет да воссияет в этой тьме. Господи, кому сказать? И кто поверил слышанному от нас? Мы повторяем за пророком Исаией. Господи, коснись сердца этих людей. Коснись сердца этих людей, Господи, собранных сюда, в ущелье тьмы и мрака для блуда и разврата. Откроем глаза. Они бегут от одного этого слова. Останови их, Господи. Покажи им, что кончится эта колесница, рулетка. И каждый изберет для себя смерть. Господи, найди их несчастных. Господи, обрати их на путь спасения. Да придут они в святую православную церковь. Да познают путь спасения. Дьявол нагнал сюда людей в это ущелье тьмы и мрака для разврата и безобразия. Голые показывают свои органы, совокупляются. Это Содом и Гоморра, приготовленные ко дню вечному. Откроем истину Твою, Господи, что суд Твой приближается. Они не знают, что творят худо. Они наследуют участь вместе с сатаной, если не покаются. Найди их, Господи, обрати. Евангелие от Матфея, 22 глава. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир-то, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите, иди, послал, скажите званым, вот я приготовил обед мой,
тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Господи, Господи, прости нас, грешных. Помилуй нас, Господи, и найди новые души, и приведи их в святую православную церковь. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Господи, прости нас, грешных. Кому сказать, кто поверил слышанному от нас? Хвала тебе! Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых и мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылает к нему учеников своих с Иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарии и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев, первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресенье мертвых не считали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он пришел, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Иисуса, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе! Пощади и помилуй людей, собравшихся в это ущелье тьмы и мрака, старые и молодые,
Никакой цели нету, и беседовать им не с кем. Самое тупое, безжизненное, мертвое собралось здесь. Непрерывно пьют, едят и курят. Раздетые, готовые для блуда. Содом и Гоморру устроили здесь. И никто им не возвестит о любви Твоей. Выведи их на свет Божий, Господи. Открой им истину, что ожидает тех, которые творят беззаконие, не зная Тебя. Они уже сегодня в дыму, как в аду, находятся. И даже воздуха не дает им сатана свежего дышать. Несчастные, как черви подземные, прячут лица свои, напускают тьму. Коснись их, Господи, дай им жить свято, целомудренно, по слову Твоему. Благодарим Тебя, наш Господь, за свет нового дня, за любовь Твою безмерную и долготерпение. Аллилуйя! Благодарим Тебя, наш Господь, и славословим Твое святое и дивное имя. Ты позволил нам зайти в это ущелье тьмы и мрака, где нет благословения, одно проклятие, где нет жизни, но одна смерть. И собрались для блуда, прелюбодеяния, раздетые, творят беззаконие открыто. Это отбросы общества, которые сим занимаются. И они не знают, что участь таких в озере огненном, где чернь умирает, огонь не угасает, и скрежет зубовный во веки веков. Избави их от всего, выведи их на путь светлый. Скажи им, Господи, о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь говорит, что смех ваш обратится в плач и в рыдание. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, и возмездие Господне не замедлит. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Как Ты велик, наш Господь! Дьявол собрал людей, раздел, приготовил для блуда несчастные души. Обличи их, и они прячут лица свои. Прости нас, Господи, и помилуй. Господи, найди новые души, которые признают Тебя как истинного Бога и Спасителя. Хвала Тебе, наш Иисус. Господи, Ты позволил нам зайти в это ущелье тьмы и мрака, где собраны люди со всего света творить блудодеяния, раздетые, открыто развратничают. Они не знают Тебя и устроили здесь Содом и Гоморру. Откроем, Господи, глаза, дабы не увидели срамоту свою. Они непрерывно едят и пьют и курят. Они не знают Тебя. Они не готовятся к встрече с Тобой, Господи. Сквернословы, завистники, прелюбодеи нашли убежище здесь. Они прячут лица свои, как черви подземные. Но Бог обличит беззаконников и выведет их на свет. Евангелие от Матфея. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилья одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель», «учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты аниса и тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что ощущаете внешне чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну. Посему вот, я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете. Благословен гряды во имя Господне. Аллилуйя!